сегодня я познакомлю вас с разминочным комплексом R2, который направлен на разогрев мышц кора. R2 также состоит из четырех упражнений, куда входит уже кроссфит элемент бёрпи, также дракон, бег в упоре лежа и твист. Последние три упражнения выполняются в упоре лежа. Смотрим по поводу упражнений, количество повторений. Бёрпи выполняется 10 повторений, упражнение дракон, колени, стороны, 20 повторений, 10 правый, 10 левый попеременно. Бег в упоре лежа мы можем выполнять до 40, до 50 отрывов ног каждой ноги. Твист также 20 повторений. 10 правый, 10 левый попеременно, по диагонали. В принципе, можно начинать. Вот таким образом выглядит разминочный комплекс R2. Чуть далее подробно об элементах. Не переключайтесь. А вот снова я. Никуда и не уходил. Ну что, разберем разминочный комплекс R2 поподробнее. Значит, 4 упражнения. Первое упражнение – это бёрпи. Всем фанатикам кроссфита данное упражнение известно. Состоит оно из чего? Исходное положение стойки, ноги на ширине плеч, упор сидя, в прыжке упор лежа, касаемся бедрами и грудью, ладони можно оторвать, возвращаем, и в прыжке, отжимаясь, возвращаем ножки к груди. Из упора присед мы выполняем прыжок вверх с хлопком. Сразу же возвращаемся все. Продолжаем повторять данное упражнение. Таким образом выполняем 10 повторов. Далее второй элемент. Второй элемент – это дракон. Почему дракон? Ну, видимо, позиция такая. Здесь важно, находясь в упоре лежа, сохранять прямую спину, поясница не прогнута,
но корпус слегка переваливается либо на правую, либо на левую руку. Так, с вращением, с небольшим вращением корпуса. Смотрим, как это выглядит. Сгибаем колено. Колено тянется к плечу. Возвращаем. Другую ножку. Возвращаем. Очень хорошо работают косые мышцы живота. Так, далее. Третье упражнение. Это передний полулёж. Смотрим, что это такое. Здесь у нас таз находится намного выше уровня плеч. Для тех, кому сложно даются передний полулёжа, начинаем с обычного отрыва ног подведением колена груди. Пятка при этом не захлёстывается к тазу. Возвращаем. Чуть побыстрее. И переходим на бег. Тоже, как правило, прорабатываются мышцы кожи. Так. Ну и третье упражнение. Также на косые мышцы живота. Ну и на все остальные мышцы кожи. Почему? Это нужно напоминать танец. Так, смотрим. Здесь же у нас колено у нас идет строго по диагонали противоположной руке. Например, в упоре лежа мы подводим колено правое к левому локтю. Вернули. Право, лево, вернули, право. Заметьте, на каждое подведение колена к локтю, либо к груди, либо бегу в упоре лежа, мы всегда выдыхаем. Очень важно. Ну что, в принципе, я вас познакомил с разминочным комплексом R2, который вполне разогреет все ваше тело, и вы можете смело направляться в тренажерный зал. Работать уже с отягощениями. Так, далее. Что я хотел сказать? Впереди, конечно же, ожидается знакомство с различным комплексом R3 и R4. R3 и R4 уже будут выполняться со специальным оборудованием тренажерного зала. Но вот эти два комплекса R1 и R2. Упражнение с собственным весом тела. Насчет R1. Кто помнит, что я хочу сказать. Там у нас прорабатывались в основном мышцы тела, а мышцы ног, разогревая все мышцы тела. Здесь же у нас работали мышцы кора. В принципе, тоже мышцы тела. Ну все, в принципе, впереди R3, это взрывной комплекс. На ноги. Ждите. Не переключайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь. До свидания.